Всем привет! Продолжаем гулять по литературным героям историческим образом. Вот хотел сегодня вам рассказать о Танкреде и Эрминии. Танкред – это рыцарь из числа крестоносцев, а Эрминия – дочь врага, правителя Антиохии. Храбрый рыцарь Танкред одержал в бою победу над правителем Антиохии Кассаном, взял в плен вместе с дочерью Эрминии. И после того, как Танкред отпустил девушку, телом она получила свободу, сердцем же предалась в неволе, так говорится в одной из песен поэмы Торквада «Тесса, освобожденный Иерусалим». Ну, в общем, влюбилась она в Танкреда. Так вот, тоскуя возлюбленным, упросила оруженосца Танкреда в Африна взять ее с собой в лагерь крестоносцев, которые в ту пору осаждали Иерусалим. На пути к городу они нашли Танкреда на поле битвы. Он умирал от ран после поединка с великаном Аргантом. И вот, чтобы спасти жизнь рыцаря, Эрминия не пощадила своих прекрасных волос. Они обладали чудесной силой исцеления. Мечом отсекла кусок своих волос и перевязала раны, истекающие кровью героя. Вот, собственно говоря, и все. Вот такая вот грустная история. Ну, возможно, с хорошим концом, не знаю. О Танкреде и Эрминии я собрал несколько картин из интернета. Посмотрите, пожалуйста. Все, пока. Всем привет. До свидания.